мы начинаем наш тренинг. Супер тренинг по специальному мануальному массажу. Начинается он с самого простого. Как я вам говорил, у нас есть общие принципы. Это вот мы идем от общего к частному, да, то есть сначала все тело подготавливаем, потом какие-то отдельные локальные зоны, да, а потом вообще точечно доходим до места более триггерных зон и так далее. От простого к сложному. Так у нас и обучение строится, и непосредственно и работа с телом тоже. От простых участков, да, до сложных случаев, когда уже миофасциальные такие глубокие проминания идут. От поверхностного к более глубокому. То есть сначала мы работаем с поверхностью, с кожей, да, потом все глубже уже начинаем разминать. Да, потом мы идем еще глубже, уже доходим до костей, начинаем уже правку делать. Правка костей уже потом идет. И также до точечного массажа. Руки работают у нас всегда друг против друга. Либо так, либо вот так, там, да, либо вот так вот. Ну, сейчас вы в процессе все это поймете. Движение у нас желательно от начала идут мышцы до конца мышечной группы. И поэтому, где завершили мы движение, там и продолжаем. По принципу эргономики, чтобы не бегать вокруг клиента сюда, с этой стороны сверху зашли, снизу зашли, да. А вот где начали, там мы продолжили. Не меняя стороны стола, мы меняем позу, только разворачиваемся в разные стороны. От центра к периферии, это больше всего касается работы с лимфой. Да? Лимфу мы гоним от центра к периферии, а точнее к паховым сосудам, к подмышечным лимфоузлам. Лимфоузлам там имеется в виду, и здесь тоже лимфоузлам в подключичной зоне. Ну вот, я даже не стал единицу писать. Начинаю с чего? С поглаживания, да? Поглаживание – это просто вот растирание масла, покачивание. Мы пока договариваемся с подсознанием человека, да? Как бы мы потихонечку налаживаем с ним контакт. Особенно, если он там пришел с холода, с какого-то, да? Впервые к нам, он еще с нами не знаком, не готов немножко, да? Вот потихонечку подкачиваем. Делаем легкий опрос, что у него беспокоит, на что обратить больше внимания, да? Насколько он готов, какую вообще процедуру заказывал, может. Мы изначально по телефону не поняли друг друга, да, может, он хотел вообще другой массаж, не, например, не жесткий мануальный, а расслабляющий, да, релаксирующий, может, еще какой-то. Вот это вот мы просто размазали масло, активные техники подключили, они не жмут, просто растирают, да, растерли масло, раскачали его, договорились с подсознанием, как бы мысленно для себя, ты и я, мы с тобой одной крови. И начали следующий пункт. Первый – растирание. Опять от общего, от ягодиц до шеи, да? Растираем поперечно. Я подробнее буду останавливаться. Растирания могут быть разные, какие хотите. Можно вот так вот включить, вот такое растирание. Можно вот такое растирание включить. Вот так вот инвертировали ладони, да? Можно вот эту ладонь друг против друга шли. Можно вот такое растирание включить. Можно, ну, любое, да? Опять же, мы запомните, что основной смысл растирания – это кинетическая энергия. Трение передается во что? Правильно, в тепло. То есть мы передаем телу тепло. Будет покраснение. Покраснение – это у нас называется гиперемия. Да? Это хороший процесс. Значит, тургор кожи отличный, трофика тканей в норме. Кровообращение хорошее. А потом спиралевидные движения идут. Ну, вот в данном случае я сделал три прохода, три линии прохода, да, снизу вверх. Все эти движения идут снизу вверх. Мы гоним, во-первых, лимфу, во-вторых, кровь, межпоточную жидкость вверх, да. И во-вторых, когда будем действовать на костно-связочный аппарат, также вот это, вот этой точки от базиса крестцового, да, мы будем все косточки тянуть вверх для декомпрессии. Ну, может быть, широкое движение, да, вот такое спиралевидное движение. Теперь продольное движение. Быстрое, энергичное, снизу вверх. Ну, условно, я для себя нарисовал тоже три линии прохода. Раз. Два прохода, три прохода. Достаточно ширины ладони, можете один проход вообще сделать. Более частный случай, когда мы уже заходим между паравертебральной мышцей и вот артистными отростками. Вот сюда, вот щель пытаемся проникнуть. Прямо от крестца, от копчика. Прием называется стежки. Примерно делим тело человека на четыре части. Раз, два, три, четыре. То есть вот туда еще заныриваем. Потом на три части. Раз, два, три. Потом на две части. Раз, два. И на одну часть. На каждой части делаем по 3-4 стежка. Раз, два, три, четыре. Раз.
наблюдаете ландшафт тела человека, тут сюда загнуть, тут повыше будет, тут пониже, тут опять повыше, да, кифоз лордоз соблюдаем. И, соответственно, движение у нас идет энергетическое, то есть от ноги, от бедра. Мы повернули бедро, повернули таз, передали импульс в руку, и она толчком импульс передала в тело человека. Так он согревается быстрее. Вторая рука, либо у нас как маховик работает, да, либо просто придерживаем тело человека. И теперь перешли к локальным зонам. Вот это было первое, А1, общая, да, зона, потом А, ой, 1Б. Это локальная зона, плечо-лопаточная, будет пояснично-крестцовая и ягодичная. Здесь мышцы у нас растут на плечах вот так вот, веерно, да? И на ягодицах веерно вот сюда, друг против друга. Получается, вот так вот мы работаем, растираем это параллельно, а вот так вот поперечно этим мышцам. Вот так продольно, вот так поперечно. Значит, растираем продольно, ладонями. Ребрами ладоней. Одну ладонь положили и растираем все еще продольно. Одной открытой ладонью, другой ребром. И подаем как бы валик под большой палец. Вот. Видите, такое переходящее движение, согревающее, разминающее. Переключаем руку на все предплечье. Вот оно ходит. Поднимаем ему шею, да, вот эту трапецию поднимаем снизу. Это очень приятное такое движение. И дальше разворачиваемся перпендикулярно и поперечно теперь эти мышцы растираем. Поперечно растерли. И пошли, дошли до конца. Переходим на крестцо. Поясничное сочленение. Близко, близко, близко растираем. Если надо, прям какие-то отдельные места можно вот так вот растереть. Доходим до предплечья, растираем. И продольно вдоль ягодичных мышц. Заменяем. Ну, то же самое, что с лопаткой делали, да? Заменяем одну руку ладонью, другой предплечьем. И вот тянем валик под большой палец. Вот. Поменяли руки и в противоположную сторону. Теперь поперечным этим мышцам. Рост этих мышц. Вот растерли, и в конце гоним кровь до верха. Любое движение, которое вы проработали, да, можно закончить с, так я называю, сливом лимфы. Да? Здесь сливаем вот туда, в паховую зону, с упором, с утяжелением, плотно и медленно. Это движение делается медленно, еще даже медленнее, чем я показываю. Идем в подмышечную зону. Потом по верхней части спины идем в подключичную зону. И дополнительно можно вот подмышечную вот так вот вести с лопатки. Вот, на этом закончилась у нас согревающая техника. Да? Вот он загрелся, стал покраснение, да, это хорошо. Даже можно проверить температуру здесь и здесь. Вот я, например, чувствую, что градуса на 2, может тоже пощупать, если хочешь. Здесь и здесь. Пощупай. Угу. Да, горячо прям тут. Градус, да, на 3 даже. Даже, может, на 3 даже, да, горячее. Вот, а в следующем видеоролике мы покажем вам эксклюзив. Это несколько вибрационных техник, которые также раскачивают организм и подготавливают его к дальнейшим манипуляциям мануальным. Но об этом в следующий раз. Поэтому я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки.